Всем здравствуйте! Еще совсем недавно 31-летняя Регина Тодоренко рассказывала о разводе с Владом Топаловым. А сегодня стало известно о ее уходе от возлюбленного. Популярная телеведущая Регина Тодоренко и ее 35-летний муж Влад Топалов стараются выглядеть идеальной парой. Но, как выяснилось, в звездном семействе нередко возникают конфликты из-за совершенно разных характеров супругов. Открытая миру и улыбчивая теледива – полная противоположность своего замкнутому мужчине. Кроме того, Топалов известен своим непростым характером, что подливает масло в огонь, когда речь заходит о совместном быте. В прошлом году звезда «Орла и Решки» не на шутку распереживалась и даже хотела подать на развод. К счастью, пара осознала всю серьезность накопившихся проблем, с которыми отправилась к опытному психологу. Эксперт по отношениям помог сохранить Регине и Владу их брак, которым они теперь стараются дорожить. Кстати, именно психолог заставил красотку покинуть свой дом сегодня. О неожиданном поступке она поспешила рассказать в личном микроблоге. Так, фестиваль «Итальянские каникулы» Тодоренко посетила в компании Филиппа Киркорова и, кажется, совершенно не скучала по законному супругу. «Я ушла из дома после терапии психолога. Многие из вас знают, как мне сложно оторваться от дома, если это не по работе, а ради удовольствия. Если у меня появляется свободное время, я скорее уделяю его семье или саморазвитию. Настоящий ботаник. Таких в школе называли зануда. Но эти выходные я провела без угрызения совести вместе с Филиппом Киркоровым. Прости, муж. Я отправилась на фестиваль «Итальянские каникулы». Мне удалось снова окунуться в лето, увидеть друзей, потанцевать и петь. Цвет настроения синий был, даже цвет настроения красный», — воодушевленно призналась ведущая. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.